Сегодня мы презентуем фильм «Рождество». Это фильм, который сняла студия Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви. Это фильм о Рождестве, о рождественских традициях в разных странах, в Европе и в Украине. И мы очень рады, что этот фильм участвует в конкурсной программе фестиваля «Покров», потому что для каждого режиссера, я считаю, что уровень фестиваля «Покров» настолько высок, что это, может быть, и не православное слово, но и тем не менее это престижный фестиваль. Я желаю нашим зрителям приятного просмотра и очень надеюсь, что фильм «Рождество» придется по душе всему православному нашему зрителю.